Сотрудниками милиции раскрыт угон автомобиля. По факту правонарушения возбуждено 3 уголовных дела. Преступление совершила группа молодых людей, которые оперативникам уголовного розыска Ленинского районного отдела при помощи коллег из аппарата управления внутренних дел удалось задержать, как говорится, по горячим следам. Молодые люди, находясь в своем автомобиле, злоупотребляли в тот вечер спиртными напитками. Чтобы немного развлечь себя, они решили заглянуть в салон, стоявший рядом Audi, откуда впоследствии было похищено еще на 2 навигатора. Однако на этом молодые люди не успокоились. Они решили съездить на чужом автомобиле в магазин за добавкой. Машина застряла за городом в лесном массиве и была брошена вблизи деревни Дубница. В это время сыщики уже проводили мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых. Вычислить нарушителей удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных возле магазина. Тройка молодых людей 89-го, 90-го и 95-го годов рождения отдыхали в автомобиле и употребляли спиртные напитки. В этот момент одному из них пришла в голову идея чем-нибудь поживиться из стоящих по соседству автомобилей. Они разбили стекло и похитили из рядом стоящего автомобиля Audi 2 автомобильных навигатора. После этого они совершили попытку угона. Следующий автомобиль они попросту угнали. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по факту кражи, по факту попытки угона и по факту непосредственно угона. По всем данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится следствие, и в дальнейшем будет дана правовая оценка данным действиям.